Всем любителям комедий предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Жуки». Не забудьте поставить свой царский лайк, нажать на колокольчик и подписаться на канал. «Жуки» один сезон, российский комедийный сериал. Выходит на телеканалы ТНТ. Главные герои сериала – юные программисты Денис, Никита и Артем. Они придумывают приложение, которое должно изменить их жизнь. Им улыбается удача, и они уже находятся в шаге от заключения контракта с крупным инвестором. Ему так понравилось приложение, что он решается выкупить эту идею за большую сумму. Парням нужно пару дней, чтобы доделать их общий стартап. Но за эти дни все меняется. Военкомат устал ждать молодых людей, когда у них проснется чувство долга к родине, и решили действовать. Денис, Никита и Артем хотят успеть доделать приложение, но происходит несчастье. Вся техника случайно сгорает. И тогда военкомат решает отправить парней на службу в глухую деревушку под названием «Жуки. Факты о сериале». Съемочный процесс происходил в Москве. Самая сложная часть для съемочной группы была тогда, когда снимали серии в деревне. Таким образом, актерский состав был более чем 60 смен в глухой деревушке. Сериал был анонсирован еще весной 2018 года. Но до сих пор все самое интересное держится в тайне.